Всем привет! Это новое прохождение, где мы будем играть за Германию. Это первая альянс в игре. В той игре можно голдюзерить, использовать твинки, нападать на друг друга и так далее. В трех словах, здесь можно все. Те, кто не были в нашем альянсе Dublin вовремя, тому сори. И да, с вами Unreal на канале Мурь2018. Спасибо, что зашли на этот ролик. Опять же, альянс в описании. И мы начинаем. Так, и да, мы уже тут, мы уже в катке. Опять же, сейчас идет четвертый день, да, то есть мы немножко я поздно записывал, но сори, я это буду исправлять. Я ролики лучше я буду их делать реже, но качественнее, да, то раньше у меня монтаж был о, а сейчас у меня нормальный, да, то есть раньше был такой себе, сейчас нормальный. Так, что у нас, я могу вам сказать, Метрогейм на Украине захватил захватил Польшу, Польшу, свои земли, Восточную Польшу. Румыния, это наш подписчик Денри, вот его аккаунт, вот Денир, вот, он начал захватывать Болгарию, но Болгария на него пошла, да, то есть, и они обменялись, ну, чуть-чуть обменялись, 3 на 1 регион, вот так. Потом у нас что? Сильвио напал на Испанию. Испания — это его твинк. Еще его твинк — это Италия. А Югославия тоже. Это все его твинки. Три твинка, да? Халатик на Швеции. Его твинк — это Финляндия, которая вот тут сейчас. И еще один подписчик на Великобритании. Тот, кто создал эту игру, BlitzKiller.ua. Вот так. И получается, что мы делаем? Я, напал на Польшу, захватил Австрию, захватил Бенилюкс. Это, конечно, очень круто все. Что я хочу делать дальше? Дальше у меня такой план. Напасть на халатника, да? Опять же, эта игра и влияет на статистику. Поэтому, это больно будет, да? То есть, но опять же, это игра, и надо по фану тут играть. Тут я всем говорил, всех предупреждал, тут можно нападать на людей. Что мы делаем сейчас? Правильно, нападаем на халатника. Так, объявить войну я не буду сначала. Я ему сначала дам, то есть я не буду, я не хочу, чтобы войну объявляли. Я хочу ему вот так мир поставить. А потом кинуть, а хотя давайте уже объявим войну, да, в том-то и дело, давайте лучше объявим войну, то есть вот зайдем вот сюда, атака, вот сюда, окей, да, допустим. Сейчас что мы берем, эта дивизия у нас штурмует просто полностью Данию. Так, давайте, вот, сейчас я нападаю тут. Так, что вам еще показать? В принципе, ничего, Финляндия штурмует Карелию. И все, у нас больше игроков тут нету. Поэтому давайте сейчас просто вместе с вами построю план на халатника. Я беру. Это я буду обстреливать. То есть это у меня будет подостреливать. Айсберг провинция у меня будет гореть, наверное. Так, что я делаю дальше? Дальше давайте мы разобьем эти дивизии. И вот две дивизии сюда. И одна зенитка. Давай зенитку, ладно, давай зенитку. И вот сюда, пусть они уже сразу идут. Вот это у нас пусть бомбит Копенгаген, да? То есть пусть у нас бомбит Копенгаген. Вот это пусть у нас бомбит эскадра крейсеров. Пусть у нас бомбит Карск Луна. О, ну вот, уже война объявилась. А это у нас будет бомбить Стокгольм. Бам. Все, поехали. И это у нас будет идти в Турку. Дальше мы идем в Хельсинки. Потом в Тампере. А тут уже дальше штурм. Тут у нас полностью штурм идет. Хорошо, опять же, мне надо прикрыть вот этот фронт, поэтому вот эти дивизии у нас будут тут стоять, да, то есть, потому что он может меня с Финляндии, то есть, сойти с Финляндии, да, то есть, вы поняли, с Прибалтики. Мне это не нужно, поэтому я буду от этого пытаться обороняться. Тут у него есть одна легкая, то есть, легкий танк у него есть. У него есть там еще... Кроме легкого танка, средний танк. Вполне эту дивизию может снять, да? Поэтому давайте мы как-то тут зайдем. Как-то так вот так, да? Опять же, у него есть очень много кораблей, поэтому это тоже немножко опасно. Ой, а вот это пусть в Карслунгу, да, пойдет. Сразу высаживаемся. Дальше мы вот эту дивизию, моторизованный пехотный полк, мы высаживаем в Норвегию.
Это вот так все красивенько у нас выходит. Это одна из самых масштабных, вот, это первая война между игроками на это, в этом альянсе, можно сказать, да? Так, давайте. Да, это, так, мы берем, вот так, давайте мы вот так заберем. И что дальше? Что дальше мне еще можно сделать? Давайте приведем даже эти дивизии с Вены. Эти дивизии с Вены, хотя они очень хорошо так потрепаны, но можно их все и привести. Давайте их приведу в Гданьск. Вот так. То есть я понял, вот мне по сообщениям, я уже понял, что халатик уже типа якобы понял, что я на него напал, да? То есть вот у меня отправил сообщение, да? А короче, он уже понял, что я на него напал. Поэтому я буду просто тупо держать. Тут я, может быть, и укрепление построю. Хотя у меня не знаю, если у меня хватит ресурсов. Опять же, можно по голдюзер, там у меня только 300 голды, да? А теперь по зданиям, по сооружениям. Тут у меня верба и танковый завод, да? Так, тут у меня в кельне у меня... Этот казарма плюс вербовочный пункт. Танковый завод. И в Дуйсбурге у меня танковый забор. То есть завод. Завод, а не забор. И давайте мы еще... Промка у меня тут есть. Поэтому давайте мы еще тут, не знаю, давайте вот второй танковый завод, да? Второго уровня, да, я имел в виду. И вот эта авиация мне очень интересна, да? То есть мне ее можно куда-то привезти в интересное место. Опять же, куда, я не знаю сам. Потому что у меня тут нету. Давайте я вот сюда построю. Тут у нас в Киле я построю аэродром. Потом запульну эту дивизию, этот самолет вот сюда. И вот будет реально круто, да? Опять же, вот это у меня тоже есть, ракетная батарея. Опять же, я не знаю, куда ее пока что применить. То есть пока что у меня нет применения для нее. Поэтому я и бомбить, ну можно, конечно. Давайте я, ладно, да, приведу вот сюда. Вот так, да. Да, опять же, в Мюнхене у меня секретная лаборатория плюс авиационный завод. Строится верба и у меня еще промка. Давайте мы еще посмотрим. Так, секретная. Опа, планирующая авиабомба. Что у нас после Польши оказалось? У меня эти все дивизии я расправил. Да, вот эти вроде у меня остались. И вот эти пехотные дивизии. В Варшаве у меня только этот, вот такая штука. У меня штука вот эта, которая... Секретная лаборатория. Надо построить к ней авиационный завод. Дальше у меня есть Краков. Да, в Кракове у меня есть этот снарядный завод. Опять же, я не могу ничего сделать, потому что у меня не хватает. Вот давайте мы вот используем бустер. Вот так, поехали. Все используем, да, то есть максимально. Так, потом тут у нас можно линкор сделать. Опять же, у меня, наверное, не хватит ресурсов. У меня реально уже ничего не хватит, да, у меня. То есть я очень хорошо тут... Попроизводил, что у меня уже ничего тут не хватит. В Брюсселе у меня тут бункер, больше ничего тут нету, можно будет построить. Давайте мы сейчас построим авиационный завод, потому что у меня их мало в стране, да? Куда я планирую пойти потом? Потом, может быть, я пойду на Денира. А потом, то есть на Денира или на Украину, или на Метрогейм, да? Опять же, еще Ком Россия тоже есть у нас, да? То есть это все у нас тут есть, да? То есть у нас есть три путя потом после Швеции. Можно пойти на Метрогейм, на Денира, или на Коммунистическую Россию, или можно будет пойти на Югославию, да, чтобы просто взять потом, оторвать Сирию, то есть чтобы он забирал вот эту часть карты, а я вот эту, да, то есть. И, то есть мы вот так его оторвем, да. Халатник вроде не собирается сопротивляться, он там, короче, забомбил немножко, но... Допустим, да, допустим. Так, сейчас я тут бомблю, хорошо, он активизовался, окей. У него тут кораблики вроде были, но мы их не будем трогать. Опять же, Литву надо будет у нас держать, вот Литва очень, надо быть осторожны за нее, да, потому что она сейчас... Это путь, который позволяет халатнику ко мне пройти. То есть он берет вот эту провинцию, то есть Клайпеду, Мемель, да. И может пойти уже в Кёнигсберг, там уже куда глаза глядят, да? Хорошо, давайте мы тут проведем эту дивизию. Так, вот так, мы эту дивизию проведем, вот в Оулу, да? Потом дальше не будем, то есть... так, опять же, я сейчас вот эту дивизию, мы сейчас с этой дивизией скоро закончим. Но опять же, мы еще даже бой не начался. Вот давайте мы начнем бой. Опять же, у меня тут очень плохо, у меня все с дивизией. Ну ладно, у меня тут арта идет, если что. То есть можно будет с артой, да? Потом этот. Так, вот это путь, давайте мы дальше путь проложим. Тут дальше у нас в Гетеборг.
Потом у нас дальше идет, мы пойдем в ВОЗ, вот так по провинциям. А вот это уже потом, мы это просто потом, наверное, отрежем, а потом уже возьмем Мальме. Мальме это, опять же, очень стратегичный регион, да? О, давайте мы еще, о, вот так пойдем. И давайте мы еще вот так, опа, давайте. Это-то мы, конечно, круги намотаем, да? Вот так, и отрежем тупо Швецию, да? То есть мы отрежем, вот, возьмем юг Швеции, ну, юг Швеции, да? Хотя, знаете что, я, наверное, может быть, и вот так отрежу Лулео, а потом пойду в Мурманск, то есть сразу же. Мурманск я уже не буду оставлять, да, потому что, ну, зачем мне это, да, зачем? Вообще, будет вообще, конечно, элитно выглядеть Германия, да? Так, ой, что я наделал? У меня сейчас тут через море. Я не хочу через море идти, потому что это реально мне не в кайф, да? Хорошо, нет, давайте я вот так пойду, вот очень странным образом, но пойду вот так. И в Мурманск заходим, вот так, нормально. Вот так, и что мне еще сделать? Больше ничего, то есть смотрите, наш план будет потом в Югославию пойти. Потом пойти в Метроген, да, в Метроген, то есть мы возьмем Югославию, возьмем Метроген. Опять же, может Болгария закончит сама с Румынией, да, и мы сможем вот так их в котел просто тупо мы возьмем Румынию. Короче, это как-то так мы это сделаем, да? Но опять же, сначала снимаем всех игроков и даже ботов, да? То есть, да, кстати, тут 6 дивизий Сильвио, да? Конечно, у Сильвио тут много дивизий, но он поедет так штурмовать Алжир, да. И опять же, это у нас Куал, это у нас есть Куал, твердый как кирпич, вот. И за Донбасс, да? То есть, Великая Румыния, это все, короче, мемная коалиция, типа мемные, да? Вот так, а что, больше не знаю, что вам тут сказать, вы все сами видите на экране. Поэтому спасибо, что были сегодня со мной. Подписывайтесь на канал, если хотите видеть больше контента. Опять же, я публикую ролики, буду их публиковать реже, но буду публиковать их качественные. Спасибо, кто досмотрел до этого момента. Тот знает, тот пусть знает, что он элита. Поэтому спасибо за просмотр и всем пока. В итоге войну мы закончили, потому что халатнику было плохо. И он чуть не заруинил нам другое прохождение, которое я готовлю очень много времени. Поэтому войну мы пришлось нам оставить. Поэтому в следующей серии мы, наверное, будем нападать то ли на Югославию, то ли на Югославию.